Так, число какое у нас сегодня? Второе. Второе, да? 2 августа 2021 года. Проедемся, в общем, по моей лесополосе с сапорой, с которой мои пчелки носят каждый год товарный мед в августе. Я сниму, покажу вам. В общем, в этом году где-то процентов 30-40 деревьев, я думаю, цветет. Местами, вот смотрите, местами нету. То есть, да, она цветет раз в 2 года, кто не в курсе еще. Раз в 2 года цветет сапора. То есть, в прошлом году было процентов 60-70 цветения. Вот цветут деревья, вот цветут, опять цветут. Следующие опять цветут. Вот, смотри, вот здесь, смотри, вообще с ними как красиво. Здесь красиво прям цветут. В общем, тут прям дорогу пока не сделали, но скоро дойдут, в общем, делают. Сейчас по городу Красноперекопску дороги делают капитально, короче. Вот, смотри, вот цветет, цветет. Что цветет? Смотри, вот здесь вот прям сплошняком цветет. Ага. Цветет, цветет, вот смотрите. Все подряд прям цветут. Цветут, цветут. Здесь немножко гледичая стреляет среди сапоры. Ну, вот цветет, цветет. Куда-то там где-то яма. Цветет. Ага, дорогу надо делать, ее техника убила. Буду делать. Дороги все сделают, в ближайшие 5 лет все дороги делаются. Вот цветет. До скорости света по Крыму дороги. Ну, блин, мы не выдержали уже новых дорог, ходовку меняем все равно. Потому что стучит уже. Стойки умерли, все поумирало. Цветет. Стойки стабилизаторов, все. Вот, цветет красиво, да? Ага. Цветет, цветет. Вот, цветет, цветет. Да, ну, короче, процентов 40 это. В этом году процентов 40, наверное, где-то так цветет. Ну, вот смотри, здесь вообще сплошный ком. Uh-huh. Цветет, цветет, там внутри не цветет. Тут 3 ряда сапор. Вообще какие-то цветут. То есть, которые в этом году не цветут, они будут в следующем году цвести. В прошлом году она бурно цвела. Мы так неплохо качнули, говорю, с нее меда. Пчелы за 2 километра просаженные, на трехмесячный взяток их уже просадил. В прошлом году и клещик сильно просадил. В прошлом году мы не обрабатывали от клеща на протяжении сезона. Ну, вот так вот, поверьте, мяч. Ну, в общем, и за 2 километра пчелы вполне себе, я говорю, натаскали 200 килограмм в прошлом году меда. Вот. Ну, сколько натаскают, вы там посмотрим. Сезон покажет. Еще я как бы еще не скачал все разнотравье. Вот. Но пчелам место освободил. То есть всем пчелкам я успел на прошлой неделе. Скачал верхние магазины, где по одному, где по два там. Как получалось, в общем, все зрелые магазины я скачал, в ульях еще процентов 60, наверное, меда. Так вот где-то. 50-60, короче, какие ульи, как там, смотря, по семьям, в общем, 50-60% меда на разнотравье, именно летнего разнотравья, еще пока в ульях, на дозревании стоит. На дозревании и на допечатке. Вот семи водичка в речке стоит в этом году. Водичка стоит в речке в этом году, дорожка тут, конечно, мама не горюй. Но ее сделают, ну, по плану там она. В общем, все распланировано. Две фирмы работают, в Крыму делают дороги, блин, капитально. Город Красноперекоп сейчас, короче, шуруют там. Дороги такие, да, накатывают. Mm-hmm. Обалдеть. И высоко поднимают, ровненько. Ну, в общем, ну, как-то, слоя как-то будет время, поснимаю. Не было времени снимать. В общем, проеду, поснимаю. И в селах все сделают. В общем, эту дорогу сделают. Здесь по ней техника ходит, вот Ильинка село ездит и. Получается, здесь часто срезают отдыхающие, да? Кто едет оттуда, с центрального Крыма, сюда на западный, сюда именно едут, по этой дороге, через меня, получается. Вот, то они, чтобы не ехать вокруг, через Воронцовку, они срезают вот сюда, через Ильинку. Получается, короче, там, какие-то там 10 километров удается, там, больше даже, наверное, удается срезать. Даже, наверное, мне кажется, больше. Километров 15, наверное, срезают они, если они сюда вот где-то по этой дороге. Но она, правда, совсем такая неактичная. Ну, ничего, сделают потихонечку, в общем, все сделают. Пчелки работают. Нормально в этом году радуют меня, блин. Вообще, как бы, клеща, блин, вообще практически не наблюдаю, беспилки нет. Вообще ситуация с прошлым годом — это земля и небо. То есть обработки, с начала сезона обработки я провожу органикой, маслом полыни, таврической работой, в общем. На протяжении всего сезона хаотично, не сказать, что я какую-то выстрелил себе там эту. Нет, так я иду отбирать там мед, так и обрабатываю, в общем, по возможности, потому что нет возможности планово обрабатывать. Обрабатываю хаотично, в общем, но обрабатываю всех. Ситуация в этом году очень радует, очень. Вообще, как бы, я вижу по пчелам, нет, бескрылки, вообще шикарно, блин. Ну, если так все пойдет четко, все по плану, блин, должно быть хорошо. Сейчас надо нарастить
пчелку в зиму, короче, скачать вот мед весь. Сейчас с недели буду дальше продолжать прокачки, прокачки, прокачки. И так потихоньку скачаю, в общем, весь мед, разнотравье освобожу. Ну и будем собирать последний взяток сафора японская и степные колючки. Всем пока.